Так, сейчас, короче, разминаемся, и потом пойдем в зиру. В херу. О, блядь! Почему ты бесшумный? Иди сюда, блядь. Это как? Вы что? Это вообще что? У меня нет груди! Не вытекай! Одна пуля в горностае. Одна. Там мне должны оказать первую медицинскую помощь. ПСКС-ку, ПСКС-ка! Он мне его прям в рот засунул, ПСКС-ку. Паузах между вдохами пройдоха меняет воздух тому, кто хамит. Если нас сейчас ранят в ногу там, например, то что делать? Мне нечего делать. А Zero to Hero будет считаться? Интересно, если я попрошу типа отдать мне лут, и он отдаст. Это было быстро. Если ты его будешь умолять, пусть он меня умоляет отдать мне лут. Чё это я должен его умолять? Это просто еще место спауна такое гнилое, если честно. Да, медицину, наверное, надо брать с собой. Ну, мы сейчас попробуем, может получится. Медицину надо будет с собой брать. Можешь мне объяснить, что за фигня в начале вайпа? В каждом медящике лежали всякие медштуки. Типа мединструменты, либо другая фигня для прокачки медблока. Сейчас начну прокачивать медблок. И просто так это все. Смотри, игра считывает то, что тебе надо. И полностью исключает это из игры. Абсолютно. При этом твой напарник, заглянув в тот же самый контейнер, найдет там. Ты не найдешь, а он найдет. Даже если ты после тебя заглянешь. Да когда ты ищешь свою футболку, не можешь найти, потом зовешь маму, и она тебе находит прямо вот там, где ты искал. Вот она ее из ниоткуда достает, то же самое и тут. О, давайте медицину хоть посмотрим. Бейсбол хотя бы. Этернал, привет. Ну, нормально, можно перекисью глаза закапать. Почему топорист? Zero to Hero называется. Не топорист, не голожопый, а Zero to Hero. Видишь, как? И звучит по-другому совершенно. Начинается. Опа. Таркон работает. Спасибо за донат. Давай, СКС-ку. СКС-ка! Нормально. Сразу броня, все дела. Вся хурма. Так, это надо попробовать реализовать этот лутецкий. 7-миллиметровая картечь, нормально. Вполне себе. Годно. Надо медицину найти. О, уже есть медицина, хоть немножечко. Фонаря нет, плохо слепить не могу. Я думал, мне показалось. Так, мне надо прицел, нужен коллиматорный. Бали, плохо. Броня, слик. Давай слик, и я тебя прощаю. Ну да, похоже. Сука, куда он делся? Обходит, наверное. Ага, вон он. Или это бот? О, господи. Эту отдачу нереально контролировать, блядь. Вообще нереально контролировать эту отдачу. Барыга убил меня с СВДхи. Ну да, там нереально, там каждый выстрел. Там просто она летит наверх. Так, тут разрядимся, там зарядимся. Сейчас сюда картечи напихаем. О, бля. Обосрался. Нормально. Блядь. Ты ж только что сказал, что нет никого. Это что такое? Пошло.
Это как, блядь? Это как? Это вообще что? Вы чё? Да уж, блядь. Вот это жестко. Тихо! Тихо! Да тихо, блядь, перестань! Надо в библу. Мне должны оказать первую медицинскую помощь. Еще и с Сашкой, тип. Жестоко. Может, тут есть что? Осталось, может, что-нибудь. Я так понимаю, я... До утра. Не доживу до утра. Ну да. Да, боты же... боты это жестоко. Жестокая шутка. Надо выйти с этим, хотя бы с этим добром. И зайти уже против ЧВКшников повоевать. У меня есть, в принципе, что реализовать. Тут проблема в том, что у меня нет наушников. На все не кашляй. Идем на выход уже. Смотрю стрим, ощущение, будто смотрю путь бомжа. Так это почти то же самое. Путь туберкулезника, да. Путь бомжа, путь туберкулезника. Это что? Ладно. Давайте. У, блядь! Ебать! Ты чё, блядь? У меня нет груди! А, не вытекай! Плевать, что у тебя, давайте на выход. Пойдем отсюда нахуй. О! Как он не помер. О, бля. Да тихо. Еще бейсбол, считай. Модули. Обзор, блин, не могу. О, могу. О, вот это хорошо. Там какой-то был тип, глушенный ствол у него. Тут получается где-то тип. Я не понимаю где. У бункера. Возможно, но боты по нему стреляли, то есть они его прям видели. Ага, вот еще. А, это труп, которого я убил. Да, тут скорее всего у бункера торчит где-то. Да, даже такой коллиматор считается сейчас находкой. Мне нужно сейчас пойти на склад юсеков, как он, на лагерь юсеков, посмотреть там хирургический набор, СМС-ку там и так далее, если будет. Там не тип сидит. Попробуем сейчас вглубь зайти. Я думал, что он справа, сука, он слева появился. Красавец, хорошо отыграл. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи! Чи-чи-чи-чи-чи. Как ты ебагала? Давай, уходи. Да меня здесь нет, тебе кажется. Теперь надо найти этот СМС-ку или что-нибудь еще. Так, где у нас медицина здесь на карте есть? Медицина. Это только туда, на базу идти. Водка, это бейсбол. Это, говорит, настоящий Тарков. О, и шпишки. Блядь! Да тихо, ну какой? Ну почему у меня открылась табуляция? Ну какого хера? Так, надо посмотреть квартиры на предмет пушек. Пистолет какой-нибудь. Хоть что-то. Какая-то волына. Дробовик. Надо успеть дернуть с него этот разгрузку сейчас. Так, ну что, что-то есть. Картечь есть, патроны есть на пистолет. У меня сейчас есть страх. Блин, это там стрельба, прилет по мне. Сука, какой звук, конечно, шоколадный у них тут. Так, надо забежать в отель, там поубивать ботов. Может, ЧВКшников найдем. Найти там калашников, если будет. Оп-оп-оп-оп-оп. Они лагают, их невозможно убить. Это идеально. Блять, сзади! Тихо! У тебя нет бейсбола, случайно, друг. Друголетчик, дружище. Там водка есть, сука, водка это. Да добро не доводит. Нет, у тебя там ничего, смс-очек каких-нибудь.
На водке придется ходить. Да водка есть, понятно, но сука. ФМДжихи. Жестко. Прием, прием. Теплый прием. Так, я слышу там типа. Кого? Блять! Да, префайр дает хорошие килы. Так, ну СКС это, в принципе, неплохо. Блять. Да что ж они все такие агрессивные? Спасибо за клин. Спасибо за дочь. За ночь. За сына и за дочь. Не помешает. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, я ему в голову распотрошил, конечно. СКС-ки. Может, тут еще и на поездках? Нет. Второй этаж. Между вдохами пройдоха меняет воздух тому, кто хамит. Да, первый был ЧВК. Подо мной. Кто это за тип? Ага, вот еще труп. Там и там получается. Два трупа внизу. Он убил кого-то и его начал бот штурмовать, походу. Нам надо сейчас выйти справа, обойти улицу. Опа. А, это бот. Пусть ходит, пусть ходит. Мне нельзя палиться. Одна из самых опасных и конченых позиций. Прикинь, просто центральная улица. Центральный перекресток, центральная улица. Надо как-то выйти так, чтобы не умереть. О, Мосинка. Понимаю, уважаю. Ага, вижу. Он сидел, ждал, походу. Блин, как же я хотел бы себе глушитель. Держи, Сайбал. Держи, Сайбал. Сайбал. У него в башке дырка. У него в башке дырка. Нормально, в принципе. Чё нет, если да. Кого, блядь? Да вы там успокоитесь когда-нибудь или нет? Что-то как-то подфризивает. У нас на карте босс, что ли? Но меня давно не фризило. И FPS не падает. Просто фризы. Ну, есть фризы. Но FPS ровный. Что это такое? Так, ну давайте его посмотрим. Он нашумел, конечно, сильно. Дал знать пацанам, что здесь кто-то есть. Ага, ага, ага. Тогда давайте, наверное, туда сначала. Посмотрим, кто там идет. Раз на него боты агрятся. Не, давайте посмотрим его. Мне нужна вторичка в любом раскладе. Все, вереск можно выкидывать. В нем нет никакого толка. Патронов нет, ничего нет. Калаш, Ксюха. 23 уровень. 60-ка. Прески. Машину вызвали. Да, блять, уехали. Вот сука. Обидно. Ладно, пойдем тогда. Вот тут где-то стрелялись. Плохо, что это все очень сильно слышно. Как я прыгаю по этим скалам. Мне показалось, или я бег слышал. Не понимаю, это один был или нет, или еще есть. Да, вроде все. А подожди, а где магазины?
все, магазинов нет. Тор, ЛШЗ. Так, аптечки мне вроде не нужны. Мини-монстр пойдет, в принципе. А, тут уже есть ЛСУ, понял. Мосинка, Гжелька. 59 отдачи. 67. Выглядит калаш, конечно, поприятнее. БТшки. Уже. БСки. Нормально. БП. БТ. Мне на окраины, блядь, идти. 10 минут осталось. Пойдем. Там сейчас челобот тайм называется. Еще бы выжить. Это самое начало, считай, рейда. Как успехи? Да пойдет вроде. Сейчас вот много умирал. Не получалось нифига. Сейчас вроде полегче. Не получалось, потому что в первую очередь из-за того, что я бегал полный Zero to Hero. Без медицины и без активных наушников. Вот это было жестко. Вообще, особенно активки. О, дрель. Можно кого-то... Жестко, 5 патронов. Да давай уже. Ну как? Ну как так? Неужели в голову не попал ему? А, ну то я броню ему попадал. Была бы заточка, прикинь, как классно. Не топор, а заточка. Перо. И такой ходишь и... Я не то показал. Это на лапе, ты ходишь и... Зачем ты носишь очки без линз? Это очки с фильтром синего. Ух, нормально, Аленка. Отъебитесь. У меня нет этого. Нечем завязаться, бля. Сука, он еще с СКС-кой тип далеко. Иди сюда, блядь. Вон он, сука. Надо найти бинт. Сейчас мы спустимся с другой стороны, попробуем их задушить. О, сука, блядь, выбесил меня. Он мне его прям в рот засунул, СКС-ку. Прям в рот, блядь. Корж. Эх, коржик. А, не, не в рот. HP-шкой, да, HP-шкой это ваншот. Смерть. Я знаю, что надо сделать. Я знаю, что надо сделать. Смотрите, сейчас мы кое-что сделаем. Есть мьютант. Мьютант, но мы сейчас сделаем вот так. В этот мьютант выимем патроны. И вот так будем заряжать по одному патрону. Накормите меня пиздюлями. РПК я удалил. Аут ДДР 53070, спасибо. Самсунг. О, блядь! Так как же почему ты бесшумный? Почему ты бесшумный? Ну так как вообще? Ну как? Пока он там. Спасибо. Спасибо. Охуенно. Все, ребят, всем пока. Доброй ночи. Пойду отдыхать. Увидимся.